Здравствуйте! Вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова, и я, тот самый Дмитрий Трофимов, а это канал самопрокачки, саморазвития. И сегодня я хотел бы ответить на вопрос, который мне задала участница по технике разрушения авторитетов. Техника разрушения авторитетов есть на моем канале, посмотрите, ссылка только что появилась. Так вот, девушка спрашивает: да я встречаюсь с мамой, почему-то эта техника не работает. У меня какие-то сложности возникают. Мама мне говорит что-то по теме денег, и что денег очень мало, что в стране очень мало денег, а я не могу как-то применить эту технику там. И я отвечаю на этот вопрос. Неважно, да, ребят, неважно, тема денег это, тема, может быть, какой-то работы, взаимоотношений, неважно. Суть в том, что вы успешно применяете технику со всеми, а вот с родителями у вас почему-то не получается. И что в этом случае делать? Отвечаю. Отвечаю на этот вопрос. Когда вам родитель что-то говорит, например, опять же, по теме денег, что ты не заработаешь там миллион долларов или там 200 тысяч рублей ежемесячная зарплата, это не твое, потому что ты должна работать на заводе, то есть вас атакует, вы в этот момент, опять же, должны себе напоминать, что даже если мне это говорит родитель, я все равно на родителе включаю технику разрушения авторитетов. Вы включили технику разрушения авторитетов. Надеюсь, вы сейчас пошагово записываете ту рекомендацию, которую я вам даю. Вы включили эту технику на родителя после того, как сказали, что независимо от того, родитель это или нет, я все равно включаю технику. Все, пошла техника. Вы посмотрели, что ваш родитель, мама либо папа недостаточно успешны в той теме, в которой они вас критикуют, либо пытаются как-то запрограммировать. Вы видите, что результаты не устраивают вас по этой теме. Ну, вы знаете, как работает эта техника. И следующий шаг, очень важный шаг. Запишите прямо сейчас, запишите. Ваша задача сказать себе, опять же, напомнить себе, что вы взрослый человек. Да? Это очень важно, потому что в тот момент, когда вы общаетесь с родителем, вы включаете свое детское начало. Да, у вас включается, проявляется, просыпается ребенок. Естественно, вы родителю доверяете. Родителю нельзя доверять, запомните раз и навсегда. Родителю нельзя доверять в той теме, где у него нет результата. Может быть, кто-то скажет: Дима, это жестоко, ты что делаешь? Зачем ты так с родителями поступаешь? А я не говорю, что родителей не нужно любить, что их не нужно уважать. Я говорю о том, что их не нужно слушать там, где у них результаты слабые. Не нужно слушать родителей там, где они вас атакуют и критикуют. В этот момент нужно максимально включить у себя взрослую часть. Не детскую часть, которая постоянно прислушивается к родителям, а только взрослую часть. Как включить взрослую часть? Вам нужно сказать себе: я взрослый человек. Да? Я взрослый человек. Далее. Человек, который сейчас со мной разговаривает, он тоже взрослый. У него есть определенные результаты по теме, которые он сейчас критикует. И эти результаты слабые, либо низкие, либо отсутствуют вообще. И хочу ли я такой же результат для себя? То есть взрослый человек говорит взрослому человеку. Эту формулу нужно вам запомнить. Дорогие мои телезрители, вот вы и услышали рекомендацию, как нужно работать с техникой разрушения авторитетов, когда вам что-то говорит родители. Просто помните, что родители имеют определенную прошивку в своей голове. Какие-то установки, какие-то убеждения, какое-то мировоззрение. И часто бывает, что, к сожалению, их прошивка устарела. И родители не хотят обновлять прошивку. Кто-то обновляет. Есть такие родители, мировые родители, которые постоянно обновляют свою прошивку. Они в какой-то теме развиваются, они там спецы и продолжают это делать постоянно. Но есть люди, есть родители, которые остановились в какой-то теме. И вот они думают, что все действительно так и есть. Что, например, деньги нужно зарабатывать очень тяжелым путем и трудом. И эту прошивку они не обновляли очень давно. И эту прошивку они пытаются передать вам автоматически. Но потому что они, родители, они пытаются проявить таким способом свою любовь. В некоторых случаях это не любовь, а просто желание передать эту программу вам. По какой-то причине. Может быть, потому что эта программа была негативная, и она таким образом распространяется. Так вот, ваша задача, как молодого поколения, неважно сколько вам лет, вы все равно считаетесь новое поколение. В этом случае ваша задача обновлять прошивку. И тогда
вы не сможете, и тогда на вас никто не сможет повлиять. Но чтобы обновить прошивку, вам нужно защищать свою прошивку. А чтобы защищать, вам нужно включать технику разрушения авторитетов, в том числе и на родителей. И на сегодня все, дамы и господа. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Поставьте лайк, напишите комментарий. Например, Дима, это было потрясающе, но вы же знаете, без этого никак. Я желаю вам как минимум 2 миллиона долларов и хорошего настроения, и здоровья. И здоровья обязательно тоже желаю вам я. Давно не виделись, ребята. Видео не выходили... Сколько не выходили видео? Месяца, наверное, 2-3. Вы же скучали по мне. Я очень скучал по вам, мои пупсики.